Добрый день, друзья, с вами снова я, не договорились, который выступает, играет под ником Епископ Про. В общем-то, мне уже это не так принципиально. Мы сегодня с вами продолжаем прохождение FIFA 15, прохождение, летсплей FIFA 15. И новый режим, который мы в ней опробуем, это сезоны онлайн, кооперативные сезоны. А нет, кооперативный сезон мы с вами не опробуем. Это режим, в котором... Ну, лично я выбрал Wolfsburg, чтобы было интересно, потому что играть за топ-клубы, с такими же топ-клубами я смысла особенного не вижу. Вот, собственно говоря, мой состав. Немного о режиме. Ну, как вы сами, конечно, наверняка знаете, сезоны — это режим, который позволяет не мудохаться, очень жестко не ебать себе мозги, как Ultimate Team. Здесь мы просто, собственно говоря, выбираем команду, за которую тебе и вам хочется или нравится играть. Ну и что, играем, собственно говоря. Вот. Ванька Перишич, Кевин, Андре, Вериня, Родригес, конечно, Родригес, молодец. Ладно, пускай Дост. Дост до 79 доигрался. Давайте, короче, ищем соперника и погнали. Я уже пробовал играть. Кажется, я в 9-м дивизионе. Как говорится, сейчас попробуем, сейчас посмотрим. Итак, соперником моим сегодня выступает Атлетико Мадрид. Нечего сказать. Офигенно, как... Ну, знаете, при всем моем, конечно, Вольфсбург прекрасная команда. Они очень хорошо проявляют себя в этом сезоне. Прекрасно проявляют, возможно, в отличие от Атлетико. Но назвать их... Но я бы не рискнул. Ну да, бог с ним, ладно, сейчас посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет, как говорится. Каков уровень соперника. И какую концентрацию нам покажет на поле. Так, пока. Нормас, ёпта, проходим. Вот. Да. Дост, блядь. Ну, Дост, Шурли. Все, ёпта, сделай на эту дылду ёбаную. Ну, клади, положи, ёпта. Эх. Так. И мы играем против Кимбер какого-то дяди 911. Он, наверное... Прекрасный пас на... Луиса Густава. Нет, не проходит. Играем против какого-то дяди 911. Ну и сделай, Арнольд. Ну сделай, ёмана. Ну что ты? Футбол, что ли, не играл? Напомню, что спонсором команды Атлетико выступает Азербайджан Land of Fire. Посетите эту страну, она это прекрасная страна. Ладно, короче, давайте играть дальше. Вериня. Обработка где? Где обработка мяча? Вот, да ёбаный. Миранда флудит тут на моих. Пас Де Бройна. Давай, Кевин. Взорвись, Кевин. Фу, ты... Что ж такое-то, а? Еще момент опасный. Еще опасный моментишка. Нет, ну... В топку, пацаны. Нет, нет. Это, конечно, не показать. Ну, и... Сделай! Да что ж такое, друзья, ну никак у нас, к сожалению, не получается пока открыть счет, хотя мы очень стараемся это сделать. Опасный момент у моих ворот. Вот, все, погасил, там сожрал всех Луис Густаво. Парень молодец, прекрасно прогрессирует в этом сезоне, правильно сделал, что выбрал Вольфсбург. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Еще один опасный момент. Максимилиан Арнольд. Нет, с Диего Годином особенно не пофинтишься, если ты, конечно, не Пеле. Ну ладно, сейчас, возможно, у нас появится еще одна ситуация. Да чего вы мне показываете Де Брёйне? Я знаю, что Де Брёйне... Мауриньо, конечно, лоханулся. Зачем они его отдали? Прекрасный. Ну, чем он, допустим, тому же самому Азару уступает? Он прекрасный плеймейкер. Опасный момент! Сняли с головушки. Вот уже с лысины прям сняли, сволочи. Демоны. Торрес, Федька. А этот спящий гигант половой. Нет, нет. Только не моей команде. Не хочу, чтобы мне Торрес забивал. Так. Баздост. Андре Шурле. Нет, ну куда ты? Ух ты, блядь. КМС по борьбе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот опасный момент. Молодец. Пенальо прекрасно сыграл. Дост не может выиграть.
второй этаж уже какой раз. Честно говоря, меня это уже начинает напрягать. Так, мой соперник уже пошел в атаку. Серьезно достаточно. Еще раз пробуем. Очередной момент. Густаво на фланге. Нет, не получилось, да? Ну ладно. Я забежал в аут. С кем не бывает, Ванька. Ну что ж ты, Ванечка, ну... Надежда же славянского футбола. Бог с ним, хоть и в лице Хорватии. Напомню, друзья, в Хорватии католики. Ну, хоть хорваты, конечно, безусловно, славянская группа, но католиков славянами назвать сложно. Хотя бы по вероисповеданию. Нет, нет, накрутили мы тут это самое в центре. Че, Манжукич, что ли? Не, Роберт Кнохи справляется. Давайте через Шуля попробуем сыграть. Через Шуля мы тоже не сыграли. Попробуем сыграть через Луиса Густаво. Вот-вот-вот, ну цепанул же, цепанул, ну ёбаный. Ну там прям видно было. Что такое? Да берой мне! Да блин. Кевин, ну взорвись. Нужен гол. Давайте попробуем нервы ему попутать. Помотать ему нервы фланговым проходом. Налда. Ну, Налда не совсем хороший футболист для фланговых проходов. Вот это вот... А вот это вот, блядь, сколько там моих-то... Ой, все. Все. Пацан. Все с тобой понятно. Опасный момент! Второй тайм, друзья. Я продолжаю психовать и стараюсь сделать нарезку из опасных моментов по этому тайму. Но до ударов дело, конечно, не доходит чаще всего. Нет, Дост это точно не игрок, который справится с таким навесом на фланге. Фран только что выбил опять мяч из-под носа Ваньки Перевича. Если так будет дальше, я Веринью попрошу. А Ваньку выгоню нахер. А может и не выгоню. Не-не-не, пацан, это самое. Не надо мне включать такие пасы. Вот-вот, ну взорвись, Кевин. Ну и Луис Густаво, положи. Положи, блядь. Ой, куда ты положил-то такой, кого и куда? Ванька, Ванька, не засри! Ой, шайтан. Арнольд. Вроде как неплохой удар такой слева, ну, в принципе. Но, ой, опять дает, куда попало, что ж такое-то, а? Ну-ка, Шурли, Андрюша! Это что там за персонаж стоит? Нет, Шурли не это самое. Шурли не взорвался, к сожалению. Густаво. Дост. Добройне. Да что ж, зажигает и зажигает. Ну, заколебали. Так, мощный... Нет, нет, не мощный прессинг. Мы тут занимались где-то минуты две игрового времени с серией жестких передач проебанных. Так, ну, фланговые подачи тут против Атлетика. Против Атлетика вешай, не вешай, там скорее ёбнешься, пока ты им с головы забьешь. Ну-ка, Ваня! Ваня, сделай! Да что такое-то все, Ваню? Тормозят безжалостно. Нет, нет. Фернандо, нет. Нет, Фернандо, еще раз. О, нет. Нет, нет, нет. Манжукич, этот черт может сейчас взорваться. Ух, блять, куда? Фу. Ребят, ну вы сами видели эту эпичность этого гола. Не знаю, зашкаливает. Отыгрываться надо, друзья. Нет, ну все в нападении это крайность. Суператака это более-менее мне подходит. Фу, да йота, ну что ж такое-то, а? Могли же сейчас в первой же атаке. Давай, вешай. Так и знал сейчас, черти чё прилетит, блядь. Вот так и знал.
Давайте, пацаны. Собраться. Вон он уже на... Блять, играет на выброс. Не, ну с такими пассами, мамочки святы, ну что ж ты делаешь-то? Сейчас еще бы залетел, вообще было бы. Последняя тактический просчет, чтобы усилить игру, просто взорвать, чтобы ее. Дост Шурле. Какой Родрибе. Какой, да иди ты в баню отсюда, вообще лесом иди. Так, Арнольда на Калиджури давайте. 14 секунд, блядь. Все, окей. Давайте, парни. Он, наверное, тоже там взорвался. А, нет, он просто поменял двух-трех игроков. Ну ладно, мне, в принципе, менять-то особенно некого. По игре-то претензий нет. Вот реализация и удары. Это, конечно, смех и грех. Ну ладно, сейчас будем смотреть. Нет. Давай, давай, Шурли! Давай, ё-моё! Ну чи... Братан, пена... Ну это вообще, ну... Братан, ну это... Ты попутал, братан, ну это вообще... Ни в какие ворота просто. Просто уебал пацана вообще, смотрите. Все, давайте бить, у меня с пенальти. Мне надо сначала себя победить, а потом только пенальти. Ну давайте сейчас, короче. Взорвемся, сейчас попробуем, красиво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, фу. Хуету сделал такую, ну ладно, с углом, короче. Не угадал, но бог с ним. Первый мой, жутко корявый, Рики Родригес. Заебок, офигенный защитник. Ну чё, ребят, 81-я? Чё, ёпта? Погнали? Всех обводить и забивать победный? Он начал тут махать, блядь, во все стороны. Давай мне сейчас ещё Де Брёйне сломай, правильно. Беналио, Беналио, куда ты лезешь-то? Давай, 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 нормейся. Играй. Ах ты, ёшкин, матрёшкин. Так, сейчас аккуратно, аккуратно. Против него не фалить. Так, давай, давай, давай. Пиздец, господа. Пипец просто. Вот вам и победный. Вот вам. Это просто в ад. Это вообще просто ни в какие рамки, блядь, не лезет. Ну как так? Везучий. Черт, блядь, 911. Домой тебя надо вызвать. Ой ты, господи. Да. Ну и прилетело, конечно, мне. Ой. Да чё ты сиди, иди лесом. Пустил двоих цепных псов. Ой. Пиздец. Вот этот вот елдец, вот этот просто вот мне, блять, ну пробил же, тухло пробил. Ну. Эх, ладно. Давайте другого искать, голубчики, как говорится. С одним уже сыграли, да, конечно. После такой игры пипец, конечно, хоть это самое. Не знаю, что делать, да. Итальянский Гранд Рома, он выступает следующим нашим соперником, Вальда Штадиум, все дела. Ну, сейчас посмотрим, как играет наш соперник. Если он играет так же, как предыдущий наш соперник, играющий за Атлетико, то, конечно, если я опять проебу из-за кривожопых голов, ну, конечно, это будет в большей степени обидно. Атлетико с Вольфсбургом в этом сезоне не встречались, хотя Вольфсбург с одной из итальянских команд все-таки... Ну, пиздец, ломают. Встречался. Это команда, это называется.
А вот сюда дам. А, молодец, молодец какой, а. Вот так вот. Наебал, да? Думает. Смотри себя, не наеби, ебаный. Ильяич? Нет, нет, Ильяич. У тебя не это самое сегодня. Не получится с такими. Хотя, может, и получится. Чё заглядывать? Я в начале с матча с Атлетико тоже говорил, что все будет хорошо, но немножечко нехорошо все вышло. Ломают зверски, зверски тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай, Кевин, взорвись. Сука, выцепил, успел. Ну и Луис, Луис, ну... Опа! Вынимает. First of all. Кто у них? Стротман, кажется, на воротах у Ромы. Ну, у них греческая там барона вообще, по-моему, там два или три грека. Главное сейчас Думбию, Яича, Нангалан, Яич, Дероси, вот Дероси, легенда, конечно, легенда Ромы, уважаемый человек в Италии. Тоже очень один из моих любимых футболистов. Ах, блин, чуть-чуть не, туда не дал этому. Что-то он с такими, как-то он с ним прям перешибами в центре защиты играет. Я что-то внимания не обратил. Прям совсем отшибленный, что ли, Эпта. Ну давай, ну пацаны, отнимайте мяч-то у него. Чё вы встали, он какую-то дуру мутит. В центре, не пойми, что хочет. Ну, Максимилиан, давай. Сейчас пойдешь нахуй, составы 74. Играть некому в опорке. А, зараза, зафинтился. Как в таких случаях скажут, заводился. Не надо было... Ильяич. Ильяич, это, блядь, опасный чувак вообще. Надо с ним поаккуратнее. Нангалан, Нангалан. Он же не лысый, он же какой крутой с таким прибабахом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот тебе нахуй, Ильяич, с крутым прибабахом. Мы продолжаем поучительный, очень интересный матч с итальянской Ромой. Как только я забил гол, в следующей же атаке меня отгрузили в ответочку. Соперник особенных каких-то возможностей, таких, за что его стоило бы бояться там или уважать, не показывает. Ну, вот достаточно просто моих ошибок. Сами по себе они приводят к взятию моих ворот. Ну, привели один раз. Так, так, наебанул. Некрасиво. Блять, ну, пацан... Я понимаю, конечно, товарищ судья, я остался с мячом, но ненадолго. Можно было... Так, ну... Хорошо, что хорошо, все кончается. Еще один отгрузил. Сейчас думал, вот до последнего. Думал, все сейчас возьмет Кевин и хуйню сделает. Ваньк, молодец, Ванек. Положил ему спирину. Еще Манолос там получил желтую в эпизоде. Можно было, в принципе, опасно штрафной поставить. Но я просто продолжил эпизод. Продолжил я его, блять, на секунду. Меня сразу же отобрали мяч, вместо того, чтобы вернуть мне его. Ну, ладно. У нас еще судьи в реальном мире творят, а что тут даже обсуждать не хочется. Так, ага, вот, вот, нет. Выберем вот этот вариант. Но, к сожалению, он оказался не столь продуктивен. Да. Опасная атака-то. Давайте, ребят, успокоим игру. Не будем сразу получать в ответку. Постараемся еще забить. Когда о таком не думали? Ну, хотите сказать, что... Ну, хоть этот, да. Давай, желтый ему вторую, и все, и вгоняй его нахуй. Или это не тот? А, зараза, это не... А, это Даниэль. Даниэле де Росси. Ну его, да, его если выгонишь, там он по щам получишь. Давайте положим его на шлыки. Положили. Нам, конечно, со штрафными еще работать и работать. Да что такое? С чебан, блядь. С чебаном играем. Наш, что ли, парнишка? Русский. Из Вологды, небось. Давай, а? А, блядь, какой пес уедливый. Смотри, следит, следит, как я финчу. Смотрит. Так, так вот, не жалко же смотрит, как я пасы даю. Во-во-во-во-во, полегче, полегче, пацаны. Давайте без глупостей таких вот. Совсем, чтобы прям мне это самое стыдно потом не было.
матч все-таки дети могут посмотреть, посмотрят и скажут, еще вообще, кто его играть пустил за клаву. Ну-ка, Андрюша, что ж, блядь, еще сломал, что ли, а, ублюдок. Вынужденная замена, у нас друзья сломали Андре Шурли, эти ублюдки. Кинулись на меня в супер-мега жесткий прессинг, забыв про защиту, я надеюсь, сейчас они за это поплатятся. Ну, поплатится, да. Ну, что пидор творит, блядь. Он корпус ставит, не дает ни в стенку сыграть, ничего. Сейчас мы на него кинемся, нахуй, так вот. Да иди в елду с такими своими этими примочками. Шу, Леонид встал, нахрен я... Ладно, пускай это сыграет. Кто там? Не помню я фамилию футболиста. Он тоже... А, Даниэль Калиджури. Он хороший футболист. Ну, хороший такой игрок достаточно. Такого неплохого уровня. Да что ж такое, черти! Да и... Так, статистика игры первого тайма с чебаном. Чебаном. Чебанчик. По точности ударов, конечно, льется чебанчик. Сейчас давайте. Вот он. Калиджури. Давайте немножко это сам владение мячом, да. Все дела. Ой. Угу. Значит. Ну, давай, давай, давай. И кому ты, вот, кому ты вешаешь, парень, парнишка, а? Жервиньо, чтобы он это самое на пол головы выше взлетел. Просто своего. Опа. Ванька. Ну-ка, Ваня, покажи, как надо. Смотри, этот на карте на желтый висит. Ой, сука, цеп. Чуть-чуть пяткой вот прямо, а, успел. Чуть-чуть. Вот отвечаю. Нет-нет-нет, вот это не проеби его, ну. Ой, блядь. Ой, фух. Фух, да. Родригес, ну сказал же, не проебывай этого. Ну-ка, в свою погнали атаку. Нормально. И вот-вот-вот. Сюда. Ну и Луис, сделай. Красавчик. Охуенно. Самое лучшее. Густав забивает третий гол, друзья. Все, я уже думал, все сейчас. Я думал, мне его уже забрали, если честно, но... Видите, молодец, успел. Дост прекрасно разогнал эту атаку, дал ей ускорение. Так, давайте немножко сядем, посидим. Защиточки, все дела. Он сейчас взорвется. Так, опасная атака. А-а-а-а-а. Так, у нас это... Ага. Опасная атака, опасная атака, опасная атака, опасная атака. Опасная атака. Опасная атака. Ну сели, блядь, посидеть в защите, ничего не скажешь. Тут уже нахуй, я уже привык тут от ворот до ворот, блядь, с этими в сезонах в этих. Все, короче, с ними понятно. Тут пацаны развлекаются, блядь. Я тут понимаю, тут никто на три звездочки не играет. Можешь клуб слабый взять. На тебе еще, сучий. Получай, блядь, четверку. За четверкой сейчас Петифан попробую. Мы тут сам уже дает, блядь. Тут только забить, главное. Попасть по воротам. Не, не поп... Ну, сейчас попробуем. Ой, нет, Нальдо, Нальдо, нет, Нальдо. За тебя мы финтиться не будем. Дайте кого-нибудь подозвать-то. Ладно, давай, вешай. Что там, посмотрим сейчас. Родригес. Набирает скорость. Вешать некому, будем финтить тогда. Если вешать некому, сука, прибежал. Второй. Чё с никого? Чё так вас мало-то в штрафной? Вы где-то попрятались, блядь? Вообще, чё вы там делаете-то? Вот-вот, Баздост. Ну, нет, немножко не туда, не... Как бы за спину, что ли, я ему дал. Ладно, не важно. Штрафной, друзья, тактика тактического... супер-мега-тактического тактика, тактического фала тактического привела меня к тому, что я тактически нарушил правила, чтобы тактическую получить желтую карточку. И получает ее тактичник. Так, Калиджури. Ну-ка, хуйню не сделай! Ладно, и так пойдет!
сделал не хуйню, а сделал заебок наоборот. Ну, как бы хуйня-то хуйня, хуйней получилось вообще. Ну, но наоборот, короче. Шик просто, муа. Красавчик. Достик забивает наконец. Что ж, что предпримет наш соперник в последние 15 минут матча, проигрывая в счете минус 3, друзья. Что ж он предпримет? Какую-то хуйню он предпримет, если, конечно, я ее сейчас сам не сделаю. Ну, так, в принципе, думаю, уже все тут понятно. Вопрос только в том, как говорится, сколько надо ему забить. А забить ему можно немало. Нет. Нет, нет, тут в этой атаке не получилось. Давайте, блядь, включай суператаку, кидайся. Чё, хоть пускай люди смотрят. Обилие голов, чё тут... Ну-ка. Во. Молодец. Диего, красавчик. Вовремя вышел. Все как надо сделал. Чё сидеть-то? 5-2. Чё, турнир, что ли, какой-то? Или гостевой, выездной, домашний не играем? Чё тут париться? Давайте, блядь, в атаку попёрлись. Народ, позабавим. Калиджори, Даниэль. Еще один. Ах, сука. Собака, блядь, а. Успел. А чё в центре никого нету? Дос там пока добежит уже. Забивать можно самому. Бежать он в ближний. Ебануть с пыра. Так, Дероси. Дероси на карте висит. Гоняет, гоняет меня. Этот черт все никак не угомонится. Ну, я что тут сказать? Самому, возможно, навязываю такую игру. От звонка до звонка. Ладно, сейчас, короче, еще раз. Он что-то проваливается жестко на правом фланге. Он, видать, с него атакует просто постоянно. Ну и Достик. Шестерочку тебе, чтоб знал, как контратаковать надо. Я тут тоже все тут, на самом деле, до последнего надо было отдать этому Перишичу, он заслужил сегодня. Ой, так. При счете 90, ну, на 90-й минуте, ну, пацана сдали нервы, ну, что сказать. Ну, как говорится, я же выиграл, я же хороший. Вот. А, тут, значит, 10 очков переход в 8-й дивизион, 13 это титул. Так, нам нужно выиграть еще 2 матча, и мы точно... Ага. Ну да бог с ним, ладно. В общем, друзья, вот мы, собственно говоря, попробовали сезоны. Думаю, рубрику эту тоже откроем. Спасибо вам огромное за просмотры, спасибо за оказанное внимание. Всем пока-пока, до новых встреч, друзья.